пришли сюда показать свое мастерство. Вы все мастера высокого класса, но победит тот, кто блеснет своим мастерством, покажет мастерство высшего класса. Но перед этим у нас у всех были победы. На заводском конкурсе каждый был победителем, на районном конкурсе каждый был победителем. Вы понимаете, чтобы проиграть, вот вдруг после ряда побед проиграть, конечно, никто не рассчитывал. Какой чувствовал, вот, что я уверен? Если я вот лично был, что я уверен, что займу первое место. Ну, понятное дело. Все хотят выиграть. Вот. И я так тоже думал, что выиграю. Вообще-то надеялся. Так более-менее твердо. Вот он говорит, в общем, за сколько, говорит, модуль режешь? Я говорю, в общем, 35 минут. Вот с обдиркой, все. Ну все, говорит, первое место твое. Так начался традиционный конкурс лучших молодых токарей столицы. Вот 22 парня. С разных заводов, из разных районов Москвы. Самому старшему 25, младшему 20. Сегодня им предстоит доказать свое мастерство. Сдать экзамен по токарному делу и выточить за 90 минут довольно сложную деталь. Станки у всех одинаковые, а вот инструмент личный. Проверенный. Каждый принес с собой. На родном заводе, на своем привычном станке, все они справлялись с похожими заданиями. Но сейчас нужно не просто справиться. Помните, как сказал председатель жюри Владимир Сергеевич Иванов? Сейчас нужно блеснуть мастерством. Владимир Сергеевич, а вы сами в свои 20 лет такую деталь сделали бы? Нет. Нет, не сделал бы. Несмотря на то, что я уже в 19 лет был квалифицированным. Пожалуй, сделал бы. Сделал. Потому что я уже под подобные резьбы в то время уже нарезал. Я люблю вообще-то работы сложные. Чем сложнее, тем она, значит, вроде как-то интереснее. Ну и когда вот так незнакомую работу сделаешь, вроде бы удовольствие большое получаешь. Кто хорошо работает, любит сложные. Если, например, мастер мне говорит, ну как, что ты будешь делать? Ну, бывает выбор. То я стараюсь вот выбрать поинтереснее что-то. Не просто там болванка обточил и бросил. Потому что такая работа, что нужно голову поломать. Там без головы делать нечего фактически. И поэтому сам как думаешь, как прилаживаешься, соображаешь. Когда вот ковырял, долго там не получалось, и вдруг вышло, ну там искал какую-то закономерность там заточки, и то ничего. А есть такая деталь, которую ты не мог бы сделать? Я, вот я, наверное, это самое, самолет, наверное. Наверное, нет. Я, мне кажется, всю работу токарную можно сделать. Все буквально. И ты мог бы все сделать? Ну, мне кажется, не жалею только. Thank you.
Ну, чуть даже не знаю, что такое волнение прям вот, ну, чуть ли не руки трясутся. Никогда не было. Первый раз, может, поэтому. Думаю, ну, на следующий год все. Хоть ты там 5 раз был на соревнованиях, все равно волнение бывает. Да, ведь это не шут. Я вам пример привел сейчас вот у нас. Когда мы только получил один работник, один мальчик у нас этот, с нашего предприятия, чертеж, он мне на другой день прямо с утра прибежал. Говорит, слушайте, у меня сейчас ноги трясутся. Я, говорит, не могу, я, говорит, не пойду. Я говорю, ты что, очертенел, что ты подводишь район? Но я, говорит, тогда его вовсе подведу, этот район, говорит. Дрожат поджилки. Особенно дрожат, когда только начинаешь. А когда уже вошел в саму работу, когда уже начал делать деталь, все уже, забываешься. И вот только делаешь, 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 и уже забываешь как-то об этом, нет времени думать. Первые 10 минут, это самый такой начало, когда они только станки включили, вот эти 10 минут, если у него ничего не случилось, если он не запорол деталь, то все пойдет дальше гладко. Вот это 10 минут волнения, а вот этот момент преодоления, борьба с самим собой, вот так как бы назвать можно. Разными дорогами шли они к этим соревнованиям. Но в одном их судьбы схожи. У каждого в жизни был настоящий учитель. У меня отец старый кадровый рабочий. Он в ремонте тоже работает, но он работает слесарем. Отец тоже болеет за меня. Это мне здесь после первого места по заводу, после первого места по району, мне присвоили разряд 6-й, ну, то есть самый высокий уже разряд. Вот, ну, отец тоже как-то и радуется, в то же время, говорит, вот, 24 года, говорит, уже... Дальше вроде некуда стать. Дальше уже некуда, да. А у отца какой? Ну, у него тоже 6-й, ну, 6-й он высокий, но он уже 40 лет по нему работает. Вообще, я вот устроился. Удачно так попал. Один мастер был, вот он ушел на пенсию. Второй мастер такие, ну, отличные мастера. Вот, я прям даже не знаю, мне просто повезло как-то с мастерами. Может, я поэтому... Один мастер тоже, но он так постепенно мне так загружал работу посложнее, посложнее. Я думаю, ну, наверное, эту не сделаю. Сделал, ну, интересно, он другой мне. Вот так. А потом уже, сейчас уже любую я там делаю. Я вот только, может, от переживаний сразу не сообразил даже. Ну, выскочил, у меня один раз вылетело. Я успел выдернуть резец, там чуть-чуть у меня зарезалось. Чуть-чуть, я сказал там. Он говорит, ну, давай, делай дальше. Мне надо было тумбочку пододвинуть к этому. Она бы не выскочила, вот, переключатель. Коробка. А я что-то не сообразил, засунул ее обратно там. У меня вот, ну да, от волнения засунул ее. Думаю, может, я не до конца ее сунул. И дальше пошел давить. Еще сделал прохода 4. Бум! Давай.
Я вообще люблю там мастерить что-нибудь там. Ну, у тёщи я вообще уже все перечинил там уже, начиная там от ванны и часами кончая. Мне уже так, часы сломались, она ко мне, как будто я мастер. Я их чиню там, вам не боится. Вот мать моя, она уже то ли знает меня, она мне ничего не доверяет уже. Она, видно, я уже как с детства там у нее чинил там все. Она придешь там, скажешь, мать, ну давайте замочек там починить. Да ты что, пусть стоит, это я, вот мастер придет, починит там. Ну, она уже знает, что я там, если возьмусь. Ну, часы, откуда я знаю, как там их чинить? Я уже чиню их так. Смотрю, где что задевает, там, где, может, шестереночка какая. Или, может, винтик открутился, подкручу. Ну, хорошо. А если бы в эту субботу не соревнование, как бы вы распорядились свободным временем? Свободное время? У меня его и нет. Почему свободное время? Так, придешь. Каждый день так. Свободное время. Музыку люблю послушать, эстрадную какую-нибудь. Ну, так, иногда на лыжах кататься, на коньках. А много у тебя Хоккей. Свободного времени? Да нет. А почему не хватает времени? Что-то? Ну, работа, общественная работа. Как? Ребенок. Семья все-таки. Сколько ребенку? 2 месяца. С небольшим. Вот чего. Не хватает времени. Был побольше, может, год там. Ну, самостоятельно немножко почесать. То пеленки, то еще. А кто стирает пеленки? Супруга. Иногда я помогаю. Стиральная машина заснешь, включишь, сидишь, ждешь. Слишком я уже занят. С чем? Ну, вот хотя бы 3 раза учусь. Вот. Оркестре занимаюсь. В каком? В эстрадном. На чем? Я на органоле играю. А что это такое? Это наподобие рояля, но электромузыкальный инструмент. Интересно? Интересно. А какое звучание? А вот как вот лунный звук такой. Ну вот именно вот это свободное время, им как раз чем его меньше, тем его больше, им больше дорожишь. Вот видите как, ни минутки. Семья, учеба, общественная работа, спорт. Очень занятые люди. Но разве 30-40 лет назад молодым времени хватало? Никогда не хватало. Может, и нет особой разницы между этим и тем поколением. Как, Владимир Сергеевич, есть разница? Ну, безусловно, есть. Безусловно, есть. Во-первых, они сейчас управляют станками с большой сложностью, чем по сравнению, там, взять 30-40 лет тому назад. Потом уже и сами детали-то гораздо точнее. Там таких сложных деталей-то не было по тем временам. Машины-то были проще значительно. Конечно, есть. А по теории, как ребята говорят, возьмем сравнение такое, сегодняшнего парня с тем 30-летней давности. Честное слово, я в теории бы сейчас, вот этот парень получил, я бы, может, практически эту деталь сделал бы, и не хуже бы его сделал, может быть. Но по теории я бы от него отстал по тем временам. Потому что кто нас учил? Ну, простой какой-то, старый... закалки человеку, мы у него перенимали опыт, а ведь он сам теорию не знал. Какая там теория была? А сейчас ведь они что делают с этой теорией? Он 30 баллов по теории, полный отличник. Вот с этой теорией он может вам, пожалуйста, составить любой технологический процесс, любую организацию рабочего места, труда на рабочем месте он может. Вот в чем его, а ведь мы этого не могли в те времена делать. Ну, я думаю, по теории, наверное, я не проиграл. Потому что все-таки, как-никак, я учусь тоже по этой же специальности, по холодной обработке металлов. Поэтому мне все вот эти вопросы, не только я с работой они у меня связаны, но еще прихожу, теоретически их изучаю в техникуме, а уже утром на заводе на практике. Даже трудно сказать, что я укрепляю, теорию или практику этим.
Наверное, укрепляется прежде всего уверенность в своих силах. И тогда самая простая работа начинает приносить тебе радость. Вот отсюда и начинается истинное мастерство. То самое мастерство, о котором, помните, говорил в напутствии Владимир Сергеевич Иванов. Я всегда говорил, давайте возьмем любые соревнования. Ведь везде выходят на это соревнование мастера. Умение красиво себя вести за станком, стойка правильная, хорошая организация рабочего места. И побеждает всегда, всегда, именно кто блеснет мастерством. Давайте возьмем вот фигурное катание, хоть вот на лицо оно сегодня было. Ведь там ведь все мастера, но берет-то тот, кто блеснет мастерством. И нам со стороны видно хорошо этот блеск. И мы его все понимаем. Мы мастерство порой не понимаем. Ну, какой там пируэт, там что. А вот блеск мастерства мы понимаем все. И вот тут так же самое вот в этом деле. Постепенно, не спеша. Главное, чтобы был заложен прочный фундамент. Любовь к своему делу, ответственность, трудолюбие, упорство. Вот те качества, которые, взятые все вместе, должно быть и составляют талант. Ну так как, нужен токарю талант? Ну я не знаю даже, вот у меня или талант есть, это какой-то. Вот сразу беру и уже, ну понимаю сразу токарную работу. А другой. А сразу талант проявился? Да нет, ну, по-моему, даже когда женился. Такая система. Ну, вроде вначале работал так. Там еще друзья были. Не столько работал, сколько там сидишь с друзьями, там подойдет, пойдем, посидим, там отдохнем. Вот, с ними шатался. Ну а женился, тут уже надо работать. На друзей внимания не обращал там. Ну и вот втянулся так в работу. Ну, работа такая вот бывает хорошая. Вот. И вообще, ну, интересная. Много такой у нас работы. Сейчас, правда, в последнее время что-то нет ее. Ну, будет она. Сейчас начало года. На работу прямо вот утром встаешь и думаешь, побыстрее прийти. На другой раз такая работа попадет, а что думаешь? Ну, сегодня последний день, думаю, иду, отмучаюсь, завтра уже со спокойной душой приду. Не дождешься понедельника, так в субботу пошел, думаешь, в понедельник такая работа меня ждет. Как думаешь, есть какое-нибудь сходство между художеством и вот такой работой? Конечно, есть. Стараешься как-то придумывать все, творить, что-то такое, чтобы было как можно покрасивее деталь. Когда она вот такая блестит, деталь, она интереснее. В общем, как у нас так вообще на соревнованиях обычно? Где шестерка, делай семерку.
Чистота. Где семерка, делай восьмерку. Выдать деталь так, чтобы она нравилась именно тебе. Ну, я думаю, если уж ты токарь хороший, я думаю, если она тебе деталь самому нравится, то жюри обязаны понравиться. И вот настал черед жюри. Предельная объективность. Жюри пока известен только номер участника, сделавшего деталь. Только номер. Ни фамилия, ни название завода, ничего. Нет. Значит, это... Профиль отсутствует. Нет. Размер отсутствует тоже. Частота. Быстро. Четвертую поставила. Свою деталь узнаете или нет? Узнаю. Ну, просто я не знаю. Ну, как ты чувствуешь? Что это твоя работа. Как может быть у вас тоже вы снимете фильм и какой-то другой режиссер? Нет, это не моя. А почему знаете? Ну не моя, потому что не моя. Ну вот тут за Надирой видно, Торис не мой. Да я Торис не мой. Нет, это не моя. А чья это деталь? Деталь я даже... Да, это моя деталь. Моя деталь осталась. Это я кому-то давал? А как определил? Ну, во-первых, вот здесь меня немножко подорвало на детали. Это уже самый основной был признак. Я его выводил, как ни старался, не смог. Вот. Ну, а потом все-таки сам знаю свою работу как-то. 90 ровно. Стройка. 86. От фактического минус 3. Вот это? 28, 25. Вот это размер. Нет, это частота имеется в виду. Должно быть, да? 28. Нет, под семеркой. 28 с шестеркой. Шестеркой оба здесь будет. Володь, знаешь, сначала переодеться, умоешься. Сколько у тебя было по времени, Володь, получилось? 40 минут, час 20 вроде. Да и всегда по 1 часа. А я по своим засек, час 20. Час 20. Ну, я просто стоял, еще бегал, как точил, а потом... А контрольный здесь... сколько? Час 30. Час 30. На 10 минут пораньше? Да. А сколько там? 5 минут, 1 балл. 1 балл, да? Час 24. Час 25. Час 25, значит, плюс 1. Плюс балл. Плюс балл. Значит, второе место у него. Так и выйдет. 120, 151. 151. Так, теперь кто там? 28-й. 28-й. Мартына. Мартына. Он крепко. Гораздо холодный крепко. Сто 150 тысяч молодых токарей, слесарей, фрезеровщиков, наладчиков ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. И это только в Москве. После каждого такого соревнования производительность труда его участников возрастает на 10-15%. Нервы-то. Надо пойти газировочки попить. Может, у меня есть желание еще раз. Не, рвануть тут не тут. А? Рвануть тут где-нибудь не тут. Не, долг не здесь. Здесь же все ясно. Без станков, вот вы... Все настроение. Сементируем совсем. Бетонеты. Конкурсы эти – лишь малая частица огромного всесоюзного социалистического соревнования. Но для этих ребят такой день надолго сохранится в памяти. Остались считанные секунды для того, чтобы каждый из вас узнал, кто победитель. Конечно, каждый сидит и все-таки надеется на то, что, может быть, это он. Да я вообще думал, может, третье место займу. Так раз, ну, думаю, второе. Я на второе, конечно, не рассчитывал, думаю, но третье. У меня там резьба грязная была. Первое место занял Балашов Вячеслав Алексеевич, завод «Салют». Да, объявили. Я знал, что надо было выходить туда, ну, в президиум, что ли, где они сидели. Вот. Ты даже не то застеснялся, не то не стали даже, что вот встал, и пока мне не подсказали, в общем, не подтолкнули, иди, мол, туда. До тех пор я стоял, вот,
Все, никак не мог с места сдвинуться. Сидите, идите сюда. Второе место занял Смирнов Николай Тимофеевич. Коммунальное оборудование. Третье место занял Мартынов Владимир Евгеньевич, завод имени 1 мая. Завидуешь хоть немножко победителю? Да не, ну чё, какие мои годы, я еще на следующий год. Думаю, я хорошо узнал хоть как и что здесь. А на следующий год будешь соревноваться? Конечно. Вот скоро у нас цеховые соревнования. Ну и у кого будет первое место? Займем. Посмотрим. Я, например, бы сейчас, если бы я одел парик, парик такой продается, парик, который лысину закрывает, я бы, конечно, им 100 очков дал вперед. Вряд ли. Потому что сейчас тоже, так сказать, ребят не уступает никому из старикам по работе-то. Если он, может быть, качественный в каком-то, чуть-чуть отношения сделал бы. Или даже не качественный, а побыстрее. А то и этого не сделает. А то бывает так, что и ребята стариков обдерут. 100 очков вперед дал, конечно. Наверное, лет через 30 наши молодые герои скажут точно так же. Мы бережно сохранили фотографии отцов. А эти снимки мы оставим на память нашим детям.